сейчас. Он радуется тебе, Дим, смотри. Эй, Дим, можно больше? Я, Ольга! Алло! Беги! Прыги туда-сюда. Решил сделать обзор нашего номера. Да, на соседнем. Передайте привет. Так, ребята, делаю обзор номера. Номер у нас 2369, третий этаж. Номер открывается карточкой. То есть вот вы вставляете сюда карточку, загорается зелененький и открывается номер. Чтобы у вас был свет, ну, естественно, карточку надо вставить сюда. Номер у нас Family Room. Вот так выглядит дверь изнутри. Ну, давайте. Здесь такой шифонер. Я бронировал стандарт номер на 4 человека, но доплатив $20 на ресепшене, я попросил Family Room с видом на море, и нам его предоставили. В номере имеется сейф. Сейфом я не пользуюсь, потому что налик я не взял, у меня все находится на карточке. Свет работает, очень много розеток. Полы вот такие, плитка выложены. Зеркало, телевизор, стол, холодильник, мусорка. Дают каждый день по 2 бутылки вот такой воды. Это зеркало. Это первая комната. Двуспальная кровать, кресло. Чайник есть. Так, здесь тумбочка. Телефон имеется. Торшер. И это вход уже во вторую комнату. Здесь 2 кровати, также стол, стулья, вид из окна на соседний отель, тумбочка, кресло и тоже шифонер. Такой шифонер. Так открывается. Ну, тут вещи наши. И вот так открывается шифонерчик. Кондиционер в этой комнате есть. Тоже свет работает. Торшерчик такой. И в этой комнате тоже есть кондиционер. Кондиционер, пульт от него уже вот здесь. Так, теперь заходим в ванную и туалет. Душевая кабинка. Вот такая душевая кабинка. Горячая вода есть. Единственное, ребята, когда моетесь в душе, у нас первый был косяк в номере, отсюда вода еле-еле уходила, и вот с этой дверки она вытекала вся сюда. Нам это все прочистили, но теперь где-то вот отсюда, то есть вы в душе моетесь, и оттуда потихонечку вода вытекает сюда, как в небольшие лужи. Но, в принципе, не критично. Так, большое зеркало, такое зеркало, раковина. Дают шампуни, мыло вот такое. Ну и фен работает, вентилятор, унитаз, вода сливается. Телефон, туалетную бумагу постоянно ложат. И ёршик. Это вот такая ванная комната. Тут такая дверь. Стекло матовое. И теперь я вам хочу показать. Вот, помаши, Денис, всем. Всем привет. Большой номер. Большой, да. И это у нас вид из балкона. Такая дверь. Уходим. Тут тоже стульчик. И вот вид с нашего балкона. С видом на море. Сегодня 17 января, ветер, это уже соседний отель. Вот такой обзорчик. Единственное, что ничего не хватает в номере, это куда вешать белье сушить. Мы вот нашли какую-то веревку, вот так натянули, и вот тут сушится. Обувь поставили сюда. Вот, в общем, наш номер.